Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин самогонов. В этом ролике мы расскажем о спиртовых ареометрах. Из видео вы узнаете о их разновидностях, отличиях и рабочем процессе. Ареометр – это высокоточный прибор для определения плотности любой жидкости, принцип работы которого основан на законе Архимеда. В данном видео представлены бюджетные модели виномеров, сахаромеров. Это высокоточные бытовые спиртомеры с большим диапазоном шкалы, которые выделяются бюджетной ценой и погрешностью в 2-3 градуса. Украинские и немецкие модели профессиональных ареометры спиртомеры АСП, шкала их деления 0, 40, 40, 70. 70, 100 градусов, они гарантируют высокую точность результата при условии, что измеряемая жидкость находится при температуре около 20 градусов Цельсия и состоит лишь из двух компонентов – спирта и воды. И профессиональные ареометры для спирта с диапазоном шкалы 5-10 градусов, цена деления их шкалы равна 0,1 кг на метр кубический, но стоимость их будет выше по сравнению с предыдущими моделями из-за высокоточного измерения без погрешности и наличия поверки. Теперь перейдем от теории к практике и наглядно вам покажем, как отличаются показания разных моделей ареометров на спиртосодержащей жидкости. Возьмем для наглядности три модели. Один бюджетный ареометр с широким диапазоном шкал, популярный ареометр АСП и профессиональный ареометр для спирта, и погрузим их в одинаковую среду и замерим полученные ими показания. Каждый ареометр поочередно погружается в спиртосодержащую жидкость, и далее снимаются показания по мениску жидкости. Из полученных данных видно, что чем больше шкала ареометра, тем легче и точнее снять с него показания, без дополнительных приспособлений. Это и есть основное удобство у профессиональных ареометров. Главное отличие в цене ареометров из-за калибровки шкалы. Если погрешность в 2-3 градуса вас не смущает, берите модели от 200 рублей. Для точных измерений подойдут профессиональные ареометры для спирта с поверкой. Ну и если вам нужна точность и нет необходимости в поверке, вы можете приобрести зарекомендовавшие себя наборы АСП. Все ссылки на ареометры будут в описании к видео. Ставьте лайки, если это видео было для вас полезным и интересным. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте интересующие вас вопросы в комментариях под видео. Спасибо за просмотр обзора и до новых встреч!